Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Я не знаю, почему она сходит с ума. Почему-то такое периодически бывает. Я в курсе. Меня уже этот перископ задолбал. Я им пишу письма. А они ничего не могут сделать. Вот сейчас заказал себе новый телефон. 6S Plus. Может быть, что-то поменяется. Кто знает. Должны на следующей неделе привезти. У нас сегодня замечательная погода. Время сейчас где-то около 12 часов дня. Я иду в банк. Потом мне надо встретиться с друзьями. И мы поедем в Манхэттен. Хотим походить по магазинам, посмотреть кроссовки. В общем, надо купить обувь и какие-то вещи, потому что будет тепло. Там жизнь. В Штатах жизнь замечательная, не знаю. Правда, лучше, наверное, не придумаешь. Серьезно, без всякой. Не подумайте, там никакой пропаганды, ни в коем случае. Я жил в Минске, я жил в Москве, мне есть с чем сравнить. В свое время я еще был в Бельгии. Ездил по многим странам, путешествовал очень много. Мне есть с чем сравнить. И, на мой взгляд, Америка – это, ну, из всех посещенных мной стран, это лучшая страна. Для меня это так. Не знаю, может быть, для кого-то по-другому, но все же по-разному мыслят. Все предпочтения разные, поэтому не могу отвечать за всех. Но из того, что я видел, это пока что лучше. Ну, я еще не был в Австралии, в Новой Зеландии, поэтому, возможно, там еще лучше, в Канаде. Примечательно, что, и вообще удивительно, что в Америке в новостях не показывают новости ни про Австралию, ни про Канаду, ни про Исландию, ни про Новую Зеландию.
И, например, про Исландию многие даже не знают. Интернет мобильный сколько стоит. Я сейчас переключился на новый план. У меня, значит, идет 8 гигабайт LTE интернет. И после достижения 8 гигов у меня идет безлимитный, как бы, 3G, но он хорошо работает. Вот. Я плачу в месяц плюс безлимитные звонки по всей Америке, плюс Мексика, и безлимитные смски по всему миру. Я за это плачу $50. Вот. Но мне прислали вчера специальное предложение, мой провайдер связи, и предложили мне перейти на премиум план. Значит, в нем платишь $60. У тебя полный unlimited. Единственное, что нужно доплатить еще $10, тогда будут безлимитные бесплатные звонки по всему миру. Поэтому я думаю, что я, скорее всего, переключусь на полный unlimited international. Так будет лучше. Да, это отлично. Ну, как бы это не дешево, в общем, брать. Но это недорого. То есть, учитывая то, что в день зарабатываешь минимум $100, да? Ну, 80, самый минимальный заработок $80. То это как бы отлично. Практически дошел до своего банка. Кому интересно, я буквально через минут 40 буду в Манхэттене. Могу показать красоту, небоскребы, магазины. Собственно, сам Нью-Йорк, потому что это Бруклин, это не совсем Нью-Йорк. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь, ждите. Скоро буду в Манхэттене. Вот, все, я пошел в банк. Там, к сожалению, нельзя снимать. Там стоят security и просят выключить телефон. Поэтому до связи. Всем хорошего дня и вечера.